Здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я. Мы продолжаем играть на сервере, смотрим данную метрицу, как всегда. И сегодня у нас, можно сказать, окончательная серия про итоги конкурса, про подгоны мне, подписчики. Про подгоны. Спасибо, звук Windows. Всем приятного просмотра, и мы начинаем. Самое первое, хотел бы сказать... Давайте вернемся от подгонов дня на 3, на 4 назад. Игрок под ником Мука написал мне в личные сообщения ВКонтакте, ссылочка в описании. Я хочу тебе сделать подгон. Я такой, ну окей. Он говорит типа, плюс-минус 15 миллионов. Я такой, ясно. Надо заходить, посмотрим. Он мне подарил Е63. Потом подарил мне биз на 14 тысяч выплаты и домик на 2 места. Но когда он дарил еще Е63, он хотел подарить Е60, но из-за того, что у него не было места. Но у него было место, только он мне отдал, а у меня нет было места. Короче, пришлось там Е60 слить в БУ. Он, кстати, уже больше не играет на сервере, как я знаю. Но канал мой смотрит, так что тебе привет. Дальше, вчера записывали видос, подошел ко мне Гидра. Запомните эти номера, ЕКХ-777-71. Подошел мне игрок с ником Гидра и говорит, я хочу тебе Жигу подарить. Ну не Жигу, а тачку подарить. Я такой думаю, только бы не Жигу, а? И он такой, на тебе Жигу на хам 3-6-71. У нас чисто тульская мафия, как видите, 71 регион. Вот. Типа, как я понимаю, это сделан под опер. Ну опер, если я не ошибаюсь. Он, по идее, просто стоковая жика, занижена на крутых дисках. Их тонировано. Дай 6К. Угу. Пацаны, я просто, что я так отреагировал? Через 2 дня... Не, я вот думаю. Давайте, если этот видос наберет 20 лайков, следующая серия выходит завтра. И завтра... Ладно, вот давайте, 20 лайков, если мы набираем на это видос. Завтра выйдет видос, можно ли выбить блат номера с автосалона. Вот. 20 лайков, и завтра этот будет видос. Вот. И вы потом узнаете, почему я такой грустный. Вот. Думаю, почистить себе автопарк. Ну ладно. Жига, хам 3-6-71. Пока что будет меня, а потом мы ее утилизируем. Подгоны дальше. Подарил мне... Давайте я скажу те, что я обещал на стриме, кто мне даст денег. Я его озвучу в видосе. Так вот. Передаю привет Спакеру, спасибо тебе за 50 тысяч, Марио, 533 тысячи, спасибо, Антошка, 100 тысяч, спасибо, Никитос, подарил мне 200 тысяч, спасибо, Мажорка, 31, 50 тысяч, Селли, 100 тысяч, Моника, 50 тысяч, Гидра, 50 тысяч, Трерич, вроде так, 5К, Авторитет, 230К, Фризер, 30К, Вазадер, Вазадер 2, 100 тысяч, Фризер 1 миллион, 30 тысяч и Шейх 1КК. Ну тут есть, и Дарк, сори, 12 тысяч, спасибо тебе. А то я что-то написал тут как-то коряво, вот. Теперь, кто был на стриме, знает, что остальные подарки, я отдал только половину подарков. Но я отдал остальным подарки, но остался у меня только один, который я не отдал. Это Лаурель, вот этот черненький. Победитель в тот самый день, короче, в тот самый день я отдал вроде троим или четверым приз. Вечером я отдал еще троим приз. Короче, мне остался один приз отдать, этот Лаурель. Этот видос должен был выйти на следующий день после стрима. Я написал пацану, заходи, отдам. Он такой, окей, в итоге не зашел. Я говорю, если ты не зайдешь, я, блин, психану и пойду солью в БУ, потому что у меня сроки, а ты, блин, здесь фигней занимаешься, просто Лаурель не хочешь забирать. Если ты не хочешь, скажи так впрямую мне. Не, я заберу. Ведь то есть сегодня уже третий день, я, короче, забил, уже буду вот эту серию снимать. И не знаю, что я с этим Лаурелем сделаю, так что пишите в комментариях. А то, блин, рили. Я пошел на уступки, отдай тачку на следующий день, ладно. Но я всегда все тачки отдаю на стриме, как вы знаете. А он уже третий день, он не забирает. Не хочешь, так не хочешь, вот.
На этом все. Напоминаю, 20 лайкосов, и завтра выходит новый видос по Сан-Андреас, я хотел сказать, да, посмотри, можно ли выбить блат номера с автосалона. С вами был Лувушка. Всем удачи, пацаны, и всем пока.